наша акция по сбору пожертвований на зарубление водоема состоялась. Вот. Сейчас мы вскроем при людях, это самое, в наших одноклубниках, вскроем этот чудо-чемоданчик и посчитаем, сколько все-таки люди пожертвовали на малька. Так. Запись? Отлично. Мы собрали 5050 рублей. Это, я считаю, большая сумма. Это наша первая победа. Сколько это штучек? Щучек? Это штучек, давайте посчитаем. Так, 5050 разделить на 30. 168 щучек и 1/3. Мне добавить товарища Димона? Товарища Димона? Вот это и еще его 1/3. Передаем деньги ответственному лицу, да? Ребят, я даже вам приготовил тут официальную бумажечку, чтобы все четко было. Запаковываю. И так как я с вами не могу поехать сегодня на работе, прошу купить и доставить на водоем. Целостность и сохранность. Для этого у нас имеется 4 бака по 50 литров с крышечками. Вот. Акция продолжается? Акция продолжается. Может быть, она уже в каком-то другом ракурсе. Да, мы можем на что-то еще такое собирать. Я не знаю. На крупную щуку можно. Можно на крупную щуку. Забрать за лето и зарыбить осенью под зиму. Мы еще, у нас сейчас, ребят, 5000 мы собрали. Акция произошла всего лишь 1.5 недели. Мы собрали за 1.5 недели такие деньги. Если сейчас на парочку, на троечку недель запустить еще такую же акцию, да, я считаю, что мы на крупную щуку можем ближе к осени. Просто сейчас надо с ихтиологами посоветоваться и сказать, все, давайте, езжайте, я вас как отец благословляю. Спасибо. Он подумал, маленькая, литровая, да. Давай сделаем, спущу с канала там, там крупные. Слушайте, да? Одни вот такие, другие лишние. Побольше, я вижу. Главное, чтобы открыть, не бережные руки и сазанчик. Ну. Говорили товарищи из рыбозавода, где он там? Это карп пошел, да? Вот, давай сюда. Все, видно. Ой.
пятницу грозно, там что-то облачно и солнышко торчит. А в субботу, смотрю, уже нету. Ты сюда надо поменять, что ли? Вот сейчас на осень. Опять я говорю, надо забираем. На осень, блядь. Да. А там она, вон, знает, они вот эти? Вот так. Карпы, что ли? Для протокола? Давай отсюда, ты. Они сейчас уже в этом, такие вот водоемы. Щука. Именно. О, смотри, настоящая. Щука, действительно. Ну, мне кажется, телезрители оценят. Да. Лет через 20 будет такая, мадам. Да, вот глазки видны сейчас хорошо очень. Смотри, ну все, давай. Позирует. Ах, зараза, кусается. Кусается уже? Это карпу. Ну что, говоришь, половина здесь, половина там, что ли? Ходи, да, чуть-чуть, как бы их выкинь. Давай, чуть-чуть вот с другого пляжа. Им же тоже надо корма. Карпиков топтали. Он еще не понимает, да. Хорош. А некоторые не хотят убегать. Конечно. Сейчас планктоном пока питается. Нет, планктоном питается. Вот одна щучка уже успела схватить старую щучку. Планктоном питается щука до 12 миллиметров, вот такая вот она питается. Это щука, естественный отбор. Ты видел, как один другого там хомячил? Точно щука, да? Держатся вместе косяком, смотрите-ка. И охотятся тоже будут вместе? Опять же, видишь, что подтверждается. Они пока еще отбиваться будут вместе. Вот так увидеть, что это вот чуренок стоит, да? Палка какая-то плавает. Захомячит этих. Проглотила? Я думаю, ну, вряд ли он. А там кто-то стартанул. От берега.